Всем доброй ночи, друзья мои. Пока вы спите, старый еврей работает. Ну вот как раз старый еврей решил на своем языке подарить вам скоропомощники. Я вам объясняла и говорила, что у каждого языка есть своя сила, своя энергия. По-другому говорят, вибрация. Язык каждого народа имеет особую энергию. Есть энергия разрушающая, есть созидательная, есть отрицательная энергия языка, есть положительная. И на каждом языке созданный ритуал или шепоток, он несет определенную силу. Кроме того, я уже объясняла, что я дарю вам на разных языках, потому как у каждого из нас своя генетика. Естественно, зов крови, память крови, память предков. Иногда человек, не подозревая, делает ритуалы вуду, и у него получается лучше, чем ритуалы на русском языке. Хотя человек русский и по фамилии, и по внешности. Но откуда знать человеку, откуда его предки? Очень может быть, что его предки из жаркой Африки. Но на протяжении многих тысячелетий человек видоизменился, точнее, род. И из чернокожего превратились в европейцев с голубыми глазами. Сейчас зачастую у темных родителей рождаются светлые дети, у светлых родителей могут рождаться темные дети, и это их дети родные. Просто происходит на генетическом уровне иногда мутация, а иногда просто память далеких предков, зов крови. Поэтому я, когда дарю ритуалы на разных языках и разных народов, я именно для этого и делаю, чтобы люди, у которых энергия языка и их собственная совпадет, чтобы у них получалось, чтобы они получали результат. Так и случается. Евреи, еврейский народ, один из хананейских племен, который отделился примерно 5000 лет назад и ушли сначала Междуречие, оттуда уже на землю обетованную, там, где жили аморейцы. Завоевали Иерусалим, завоевали Израиль, так назвали потом Израиль. Еврейский народ, который был уведен в плен много раз. Вавилонский плен, Мидийский плен. Много раз евреев снимали с места, забирали всем народом. Через некоторое время этот народ возвращался обратно. Народ, который прославился своим умом, своим талантом, своими ремеслами, своим умением зарабатывать деньги. Народ, который, невзирая на, по сути, кочевой образ жизни, потому что евреи вернули свою родину через 2000 лет. Вы только вдумайтесь, через 2000 лет найти в себе мудрости, силы, силы воли, вернуть себе обратно родину. Народ, который был гоним за ум, за таланты. Народ, которого ненавидели, потому что они богато жили. Они работали и работают, дорогие друзья. Они просто работают день и ночь. Конечно, большое заблуждение думать, что среди евреев
все умные, нету дураков. Это большое заблуждение. Среди них тоже есть свои недалекие личности. Но в любом случае, даже этого недалекого человека берут под свою опеку, помогают, поднимают. Часто евреев сравнивают с армянами, говоря, что они один народ. Хотя очень ошибаются, потому что евреи семиты от сына Ноя по легенде Сема, а армяне от сына его Яфета, Яфетиты. Но во многом, может быть, они схожие, во многом есть схожесть. Но есть одно очень сильное отличие. Когда в еврейской небогатой семье растет талантливый ребенок, еврейская община всеми силами дает этому ребенку образование, обеспечивает его будущее. И потом он служит своему народу, своей общине, становясь адвокатом, становясь политиком, может быть, известным врачом, неважно. Они поощряют таланты в своих детях. Они помогают девочкам своего народа выйти замуж за состоятельных, за влиятельных людей. Во многом через них потом управляют миром. История Эсфир вам в пример, которую выдали за царя Артаксеркса, а потом только благодаря Эсфир еврейский народ спасся от уничтожения в Персии. Более того, казнили тех, кто это уничтожение хотел организовать. И это ухищрение, хитрости, называйте как хотите, но это вынужденная мера маленького народа, не защищенного никем, живущий в зависти и в ненависти за свой талант и ум, спасти себя и просто выжить в этом мире, существовать. И в этом они очень сильно отличаются от армян. Армяне завидуют друг другу, да. И если в армянской семье растет талантливый ребенок, то другие армяне стараются все дороги этого ребенка закрыть, все пути. У меня был такой случай, когда армянская община, которая все время печатали мои стихи, все время издавали, и на этом их газета держалась. Потом с моим отцом случился конфликт у одного из, скажем так, второго лица общины. И он запретил издавать мои стихи. И сказал: что вы все время ее издаете, что среди наших детей нету талантливых, что ли, детей, что прям обязательно ее, они там небогатые люди. А стих я вам сейчас прочитаю, который издали русские газеты российские, то есть русские, да, русскоязычные газеты. Ну, один из этих стихов, естественно. Мой офицер ушел с рассветом, ушел и не вернулся он. Перемешалась тьма со светом, душа исторгла тихий стон. Я знаю, знаю, в мире этом мне не найти любви такой. Он озарял всех чистым светом и был навеки только мой. И в горы те, и в те пещеры ходила я, искала след, нашла следы далекой эры. Ужель его там больше нет? Мой офицер ушел в туман, оставив мне лишь пустоту. Как жизни вечный талисман растаял дымом поутру. Вот такого стиля стихи, которые запретили издать и сказали: у нас, мы богатые люди, у нас тоже есть дети, издавайте наших детей. Следующий выпуск вышел с таким стихотворением. Мама, мама моя хорошая, красивая, как я тебя люблю, и на кухне помогаю, и дом чищу, и мамочке моей родной стихи дарю. Ну, что-то в этом роде. Потому что они богатые люди, и чем они хуже дочери какого-то небогатого человека. Вот так, к сожалению, живет мой народ веками, портя друг другу кровь, не понимая, что это есть причина всего зла и всех бедствий, которые мы проходим. Так что евреев есть за что уважать. Кроме того, хочу вам сказать, что хазарский каганат,
который был создан потомками Соломона, царя Соломона, на Северном Кавказе, а потом уже в части, то есть на одной части Кавказской Албании, он очень долго просуществовал, и до сих пор горские евреи, таты, живут в этих областях, они коренные жители со времен Хазарского Каганата. И у них очень строгие нравы, очень патриархальные семьи и прочее. Так что, дорогие друзья, если еврейский народ смог выжить, столько тысячелетий бороться, в конце создать свою страну и добиться такого успеха, и во всем мире вызывать зависть из-за своего ума, работоспособности, богатой жизни, значит, у них язык точно такой же, пробивной, сильный и обладает такой же энергией удачи. И на языке под названием, да, иврите, мы с вами сейчас и поговорим. Я объясню, для каких случаев, и на еврейском языке подарю вам шепотки. Итак, первое. Первый шепоток скоропомощник. Если на вас наговаривают, если пытаются на работе на вас капать, если пытаются на работе вам помешать в чем-либо, или идут на вас доносить, или вы знаете, что этот человек нарочно устраивает проверки. То же самое может происходить и с соседями. Если человек грозится идти в милицию на тебя написать. Если контролер ни за что к тебе прицепился, скажем, на работе, или, может быть, вы продаете на рынке. Одним словом, чтобы их желание не сбылось, и чтобы их не услышали, а наоборот, чтобы все обернулось против них самих. То есть, чтобы их опозорили, вместо того, чтобы услышать и помочь. Говорим следующие слова. Зеев тишаех бе яах, оев тишаех бе хехпа. Еще раз. Зеев тишаех бе яах, оев тишаех бе хехпа. Далее. Опять же, от проверок, от внезапных конфликтов или в доме, если происходит конфликт между детьми, между родственниками, да и вообще вы с мужем, если там ругаетесь, идете и говорите эти слова, ну, раз 10. Этого достаточно, чтобы все стихло. Кстати, про первый шепоток, скоропомощник, 6 раз, 13 раз произносите вслед врагу или представляя его. Это нужно, как бы, знаете, как на месте прям это сделать. То есть не отходя от кассы. Итак, начнем. Чтобы успокоила, стихла эта буря, эти эмоции, крики, конфликт, одним словом, чтобы успокоился. Иногда этим шепотком вы можете остановить и драку, глядя на все это и для себя начитывая. Суфа месавив эцли шекет ве хесет. Еще раз. Суфа месавив эцли шекет ве хесет. Далее, чтобы опасность миновала. Может быть, вы поздно возвращаетесь из-за спиной шаги. Может быть, вы боитесь в темноте идти, а вам нужно идти. Начитывайте. Может, вы сели за руль, и какая-то тревога внутренняя, страх какой-то. Повторите эти слова 12 раз и смело идите по делам. С вами ничего не случится.
Вы даже почувствуете, что эта опасность была, и не просто так у вас было предчувствие, но с вами ничего не случилось, вас обошло стороной. Гурикан, Таавох, Аль-Панай, Ани-Селя. Я читаю именно как положено, да, ставлю ударение куда нужно и произношу именно те самые звуки, которые нужно. Но, естественно, когда выставим и напишем, вы можете читать, как вы можете прочитать. Это не страшно. Еще раз. Гурикан Таавох Аль-Панай Ани-Селя. Гурикан Таавор Аль-Панай Ани-Селя. Далее. Если вы хотите понравиться, если вы хотите, чтобы вас услышали, если вы идете в банк, я не знаю, за кредитом, идете к начальнику за новым назначением или попросить, чтобы он пошел навстречу и отпустил вас на неделю куда-то, куда вам нужно и так далее, читайте это 6 раз и идите. Хаяреах, зореах, бейн, акохавим. Ани, эзрах, эзрах, бейн, бейн, анашим. Еще раз. Хаяреах, зореах, бейн, акохавим. Ани, эзрах, бейн, анашим. Я попросила человека, знающего иврит, исправить некоторые, то есть неточности, может быть, где-то я неправильно говорю, поэтому мне кажется, что все эти слова произносятся полностью правильно теперь. И еще раз. Хаяреах, зореах, бейн, акохавим. Ани, эзрах, Бейн Анашим. Вообще в иврите буква «Р» практически не произносится. «Р». Вот такое гортанное «Р». Дальше. При поступлении, при экзамене, при сдаче на права и прочее, прочее. Ну, это лучше, конечно, сделать более такие серьезные работы перед такими серьезными делами, но... Если прям вот сейчас нужно, чтобы так получилось, или чтобы обошел стороной человек, который тебе, ну, не очень приятен, или чтобы директор не сердился и сделал, как вы хотите. Одним словом, чтобы было по-вашему, чтобы пронесло, получилось, как вы хотите. Хакирот, лахем, ве атика. Тикра ли. Хакирот лахем ве атикра ли. Хакирот лахем ве атикра ли. Дальше. Чтобы человек побоялся вам что-либо предъявить или сказать. Начальник это или муж, может, вы ему машину разбили, и он должен прийти домой, вот-вот, вам надо это ему рассказать. Перед этим почитайте 6 раз. Чтобы в нем был страх и нежелание с вами скандалить. Он сам удивится этому, но это случится. Или чтобы ребенок все-таки непослушный ребенок вас послушался, побоялся вас и не пошел туда, куда он хочет идти, а вам не хочется его отпускать. Кивса, порахат, мезеев, ве ата, тиврах, мимени. Кивса, бурахат, ме, зеев, ве, ата, тиврах, мимени. Еще раз. Кивса, бурахат, ме, зеев, ве, ата, тиврах, мимени. Следующее. Чтобы было, как вы хотите, руководить процессом. Чтобы вот в этот момент вас послушали, ваше слово прошло. Для себя прошепчитесь 5 раз. И знаете как? Нужно,
шептать и кружиться вокруг своей оси, против часовой стрелки. Вот вы так встали где-нибудь, закрылись, покружились, сказали это 5 раз. Ну, 1 круг делаете. 5 раз произнося. Ну, вот повернулись сюда, прочитали, повернулись туда, прочитали, как стрелка от часов. Вокруг своей оси начертили этот защитный круг вокруг себя. И там набирается эта энергия, и эта энергия заставляет людей вас услышать. Я поэтому говорю, есть очень много тайн, секретов, которые, ну, не очень можно раскрывать, но приходится иногда намекать для того, чтобы вы поняли, по какому принципу вообще работают ритуалы. Я же вам говорила, ключ, замок, язык. Откройте этот ролик и прослушайте, чтобы понять систему ритуалов, да? Но они работают. Итак, чтобы ваше слово прошло вокруг часовой стрелки, вокруг своей оси, ой, против часовой стрелки, вокруг своей оси крутимся и 5 раз читаем. Арие мелех бе мидбах. Ани ихие мелех по. Арие мелех бе мидбах. Ани ихие мелех по. Арие мелех бе мидбах. Ани ихие мелех по. Дальше, чтобы выдержать натиск, разговоры, сплетни, злость. Каждый раз перед тем, как идти на работу, например, или каждый раз перед тем, как начать свое дело, или вы пойдете туда, и у вас очень такая прям разборка предстоит, нервотрепка. Идете туда, и каждый раз начитываете перед выходом 10 раз вот эти слова. И обязательно все обойдется. Аль-Ах-Синай Гуах Льо Гавха. Алай Ата Льо Титгабех. Аль-Ах-Синай Гуах Льо Гавха. Алай Ата Льо Титгабех. Сложный язык, но такой сильный, древний. Аль-Ар-Синай Гуах Льо Гавха. Алай Ата Льо Титгабех. Следующее, чтобы, опять же, вас послушали, здесь в основном вызывающее послушание и покой. Чтобы было так, как вы хотите. Вот вы пошли на собрание, должны там про вашего сына что-то сказать. И чтобы это все смягчить, чтобы они не сказали, чтобы они не ругали. Или с мужем предстоит разговор, вы хотите, чтобы он вас послушал спокойно, чтобы импульсивно там не прерывал вас. В общем, чтобы было, как вы хотите. Диктовать свою волю. Читать нужно 4 раза, поворачиваясь на все стороны света. Неважно, по часовой стрелке, не, то есть в обратную сторону, это не важно. 4 раза поворачивайтесь и на каждую сторону света читайте по 1 разу. И можете смело делать, что хотите, и говорить, вас услышат, и будет, как вы хотите. Иша мовиля эт акелем в им. Шах шерет ве ани махтив лах эт хциони. Цони, извиняюсь. Еще раз. Иша мовиля эт акелев им шахшерет ве ани махтив лах эт хцони. Тем, кто будет 100 раз говорить, ну, я можно вот записать, а вот в язык. Им говорю сразу же, подождите несколько дней, Яна записывает. Если вам очень срочно нужно, отправьте своим знакомым в Израиль, они вам перепишут и отправят. Я уж не знаю, как еще сказать, чтобы люди поняли. Вы даже не прослушав до конца ролик, уже орете, плачете, дайте нам ритуал. Имейте совесть, терпение и воспитание. Через несколько дней всегда печатают ритуалы. Особенно на иностранном языке, потому что понимаем, что тяжело это все самим переписывать. Еще раз читаю.
Иша мовила эт, а келев им шахшерет, ве они махтив лах эт хцони. Далее. Если человек пытается специально сглазить ваш труд, ну, иногда он бывает такое, вот начнут хвалить. Ой, так ты хорошо сделала, так еще премию дали. Ой, не сглазить бы, чтобы у тебя все было хорошо. Значит, человек специально это делает. Есть люди, которые знают, что после таких слов у человека все портится. Или, ой, как хорошо у тебя там все сделали, построили, воду провели. Ой, смотри, как бы там трубы, что-нибудь не случилось. Или, ой, газ провели, смотри, как бы что-нибудь не случилось. Такие люди очень опасны. Тут же читайте этому человеку вслед. Или скажите, вы сейчас на секунду зайдите, извиняюсь, в ванну или в туалет и начитывайте быстро 6 раз эти слова, чтобы то, что человек сказал, вернулось обратно. И через некоторое время вы заметите, что человеку станет нехорошо, она попрощается, уйдет, или он скажет, что у нее что-то резко голова разболелась. Это люди, которые намеренно это говорят. Они знают, что они глазливые, либо они знают, что если такое сказать, обязательно что-нибудь случится. Или у них очень отрицательная энергетика, и после того, как они скажут, обязательно что-нибудь случится. Говорим следующие слова. Орев, цорех, цореах, авух, нешматха. Орев, цореах, авух, нешматха. Запомнили? Вот, запишем и возьмете, естественно, используйте во благо, как и все скоропомощники. Они все вам помогали, всем помогали. И эти скоропомощники на иврите, на языке, который очень древний. Еще со времен хананейцев этот язык существует в разных наречиях. Преодолел огромные века и тысячелетия, огромную протяженность времени, и дошел до нас. Так что, дорогие друзья, евреям не завидуйте, а просто учитесь у них, как правильно жить. И тогда все будет хорошо, потому что на одной зависти далеко не уедешь. Люди, которые занимаются завистью, время показало, только позорятся и ломают свою судьбу тем, что посвящают другому человеку всю свою жизнь, то есть отдают свою жизненную энергию и силы другому человеку. Запомните, кому вы завидуете, за кем вы гонитесь, кого преследуете, кого обливаете, кого пытаетесь очернить, этому человеку вы отдаете свою жизненную энергию. Это доказано. Некоторые люди специально провоцируют, специально даже выводят, чтобы о них вы говорили, злились, нервничали и дарили им свою жизненную энергию. Я вам скажу по секрету, если честно, иногда, видя, как человек подло, нагло пытается обнулить мой труд, я иногда этого человека провоцирую на дальнейшие вот эти вот вещи. И я скажу, что это такое. Этот человек начинает питать меня своей энергией. Ему плохо, он пытается меня разозлить, вывести. Он пытается своими действиями меня спровоцировать, чтобы ей стало легче, потому что ей хочется меня вывести. А у меня энергия прет, а у меня работа. Я до утра сижу, пишу, переписываю, делаю, снимаю. Как видите, знаете почему? Я вам еще раз говорю. Я просто знаю тайные секреты мироздания. Человек, который тебя преследует, он дарит тебе свою жизненную энергию. Если вы оглянетесь, посмотрите вокруг, вспомните, сколько таких было людей, которые от зависти просто заболевали. Люди завистливые, завидовали соседям, своим сестрам, даже братьям, да кому угодно. Завидовали, пытались очернить, облить дерьмом, сплетни всякие выдумывали, и в итоге умерли рано. И очень мучительно. Почему? Потому что они свою жизнь, энергию своей жизни дарят тем, о ком судачат.
Хочу, чтобы каждый ритуал был не просто, знаете, такой вот в сухомятку ритуал или шепоток, а еще урок жизни, который вам пригодится. Нельсон Мандела сказал: завидовать врагу и преследовать его – это все равно, как выпить яд и надеяться, что твой враг умрет. Вот каждый день по чуть-чуть пить этот яд зависти и думать, что тому, кого ты преследуешь, очень плохо. А на самом деле плохо как раз тебе. Потому что тому, кого ты преследуешь, у него жизнь как шла, так и идет, а может и лучше, чем шла. А вот ты чахнешь, сходишь с ума от своего бессилия. Итак, дорогие друзья, старый Яхвей пошел работать. Теперь вы поняли, почему многие евреи не могут произнести «р», потому что на их языке буква «р» не существует. «Г». Пойду-ка я работать. А остальные пускай думают, что завтра интересненького про меня придумать. И я не против. Черный пиар, он сильнее намного, поверьте мне. Всем удачи!